Лига студенческих команд КГУ по мини-футболу проводится уже 10 лет. Ее главная задача – формирование сборной команды футболистов Курганской области для участия во всероссийских играх, рассказывает исполняющий обязанности ректор вуза Роман Скиндерев. Эти соревнования, помимо того, что мы отбираем здесь игроков в сборную команду университета, которая у нас участвует в всероссийских соревнованиях, это, конечно, еще влияет на популяризацию спорта, популяризацию игровых видов спорта и вовлекает очень большое количество студентов. В финале встретились команды факультетов транспортных систем против математики и информационных технологий. В середине первого тайма счет открыл нападающий команды ТС Василий Сазиков. Несмотря на ответные удары МИТа по воротам, сравнять счет до конца тайма так и не удалось. На последних минутах матча в воротах МИТа оказался еще один мяч, который забил Роман Осипов. Финальная игра закончилась со счетом 2-0 в пользу факультета транспортных систем. Стратегия с командой МИИТ у нас давно уже выработана. Мы не первый год с ними встречаемся, у нас постоянно сложные игры с ними. Поэтому последнее время мы научились против них играть. До этого мы постоянно им проигрывали. В этом году мы 2 раза их обыграли. В решающем матче в обеих командах отсутствовали основные игроки, но тем не менее игра была зрелищной и напряженной, отметил декан факультета транспортных систем тренер Леонид Савиных. Мы сегодня играли в ослабленном состоянии, и поэтому тем более я признателен ребятам, что они выстояли и выдержали этот матч. Хотя следует отметить, что не было ведущего игрока и у команды МИИТ. В торжественной обстановке поздравили призеров чемпионата. Победителями стали студенты факультета транспортных систем. Медали за 2-е место получила команда математики и информационных технологий. 3-е место – экономический факультет. Константин Пчаков, Людмила Иванова, Никита Мухин. Информационное агентство «Курган.ру».